Добрый день. Welcome to Красная Поляна. Спасибо. Здравствуйте. Добро пожаловать. Красную Поляну. Погода стала одним из главных сюрпризов для палестинского лидера. Проливной дождь в Сочи в Красной Поляне сменился настоящим снегопадом. Делегаты отметили, палестинскому лидеру повезло. Удалось оценить русскую зиму в субтропиках. Там погода бывает солнце, а здесь снег идет. На лыжах можно кататься. Это хорошо для туризма. Махмуду Аббасу предложили посмотреть Олимпийский парк и горно-климатические курорты. В качестве гида выступил глава Сочи Анатолий Пахомов. Он рассказал о постолимпийских проектах и планах на предстоящий курортный сезон. Президент Палестины заинтересован как можно больше увидеть наших спортивных олимпийских объектов. У меня будет возможность ему рассказать и о наших туристических возможностях, о наших лечебных возможностях нашего курорта. Кстати, президент Палестины покинет Россию ненадолго. Махмуд Аббас уже подтвердил свое участие в праздновании 70-летия Победы 9 мая в Москве.